Ребят, сегодня мы приехали на пикник вот в это место. Оно находится на севере острова Панглау. Напротив Каликасан Резорт находится. А вот это Клипдайв. Здесь можно сделать барбекю, принадлежности есть, а также прыгать в море можно с трамплина. Когда вода полная, то 7-8 метров, когда меньше воды, отлив, то тогда где-то 10 метров высота. Часы работы с 8 утра до 6 вечера и вход 30 песо с человека. Мы сейчас туда пройдем, купили мы морепродукты на рынке, сейчас мы будем их готовить, отдыхать, а вы будете за этим наблюдать. У нас не может все быть просто, естественно, забыли розжиг. Так, помощник, что-то ты не помогаешь, а наоборот. Поэтому пользуемся подручными средствами. Разжигаем. И затем будем уголь туда бросать. В общем, мужчины занимаются этим. Пока занимаются, я покажу вам картинку. Смотрите, коттеджи, да, так называемые. Те, которые ближе к воде, большие, они стоят 350 песо. Вдалеке вот 250, они поменьше. И просто столики, они 150 песо стоят. Вот такая территория, сейчас вид на море. Здесь можно снорклить, дайвить. И также, как я говорила, здесь есть трамплин, с которого особо смелые люди, каковым я не отношусь, вот, могут прыгать, проверить себя, так сказать. Товарищи китайцы плавают. Здесь вот такая водичка. Здесь же можно проводить, вот сейчас вы видите большое такое, как сказать, шалашик. Там можно проводить праздники. Товарищ, певец местный. И вот пойдемте смотреть на трамплин. Ой, jump! Вот так вот вы можете спрыгнуть и даже повторить этот трюк местного филиппинца. Сейчас глубоко там. Для таких трусих, как я, есть более легкий вариант попадания в море. Это вот ступеньки. И вы можете спуститься к морю и поплескаться там. Процесс у нас разжигания все еще идет полным ходом. А я пошла делать салат. Кстати, здесь есть душевые и есть туалетные комнаты. Вот. Так что пойду я мыть овощи и резать их. Так, мы выложили уже... Ой, дым в глаза. Как там, дым-дым, я масло не ем, да, раньше было. Так вот, выложили морепродукты, которые Игорь купил. Игорь, скажи, пожалуйста, сколько ты на все это потратил денег? Около 400 песо. Вот это все около 400 песо на рынке. Около ИСМ, да? Около торгового комплекса в Такбеларане. Вот сейчас будем пробовать, надеюсь, мы потом останемся живы от нашей самодеятельности. Порядка 6 или 7 видов ракушек. Ага. Даже больше, наверное. Да, ну вот есть мелкие, есть большие. Да, они все разные, видишь. Эти, это все разные. В общем, приготовим, потом покажем, как это все выглядит. И будем пытаться это все есть. Правда, не знаю как. Вот так. Даже вот. Умники. Ладно, пошла я делать. Кушать, не знаю.
разбивать, наверное. Разбивать, разбивать, да. О. Чем только? Камнем? Первобытные люди. Да. Ну-ка, Матвей, покажись. Покажи свое чистое лицо. Нравится тебе? Сейчас котенок откроем. Так, вот, прошло какое-то время, видите? Ракушки уже открылись. Вот, первый раз мы этим занимаемся делом. Посмотрим, что будет, да? Ну вот что-то уже готовое. Открой. Давай, Мыткин. Михаил, может, откройте, а я сниму. Сейчас тебе откроют. Он же остыло. Ешь давай. Ну как, Мэтт? Нормально? Ну, отлично, раз нормально. Главный эксперт высказал свое мнение. Нормально. Сойдет. Молодцы. Пальцы бери, ты ножиком там. Мэтт, подожди. Ой. Мэтт. Юля, я переживала. Давай спросим, Лен. Нормально. Ты хорош, не смейся, Мэтт. В общем, если здесь вода, это еще не готово. А если нет воды, то готово. Смотрите, вот это ракушка, вот ее открываете. Что есть? Это нам человек рассказал, мы уже наелись всего, кажется, что не надо есть. В общем, вот это вы не едите. Есть можно вот это. Сейчас, Мэтт, подожди, пожалуйста. Вот это белое, вот это. Вот эту часть и вот эту часть. Остальное выкидываете. Смотрите, ребята, нам показывают, как открывать вот это. Эту. У мамы, живой? Вот. Живой. У мам. Что? Ее пытали. Ой, what's this? No. Don't eat. Don't eat. Don't eat? Why? Yeah, because. А да, и сахар, и сахар. Говорят, что нельзя это есть. Что это? No. Мэтт, no. Сейчас, подожди. Оха. А? Good. Good. А вот sweet. Wait. White?
Мэтт, подожди, ты это? Может, может, мальчишка сам первый попробует, чтобы быть уверенным? Так, ликбез. В общем, смотрите, если вода есть во всех этих ракушках, значит, еще не готова. Если воды нету, то уже можно брать. Если не раскрывается ракушка, как вот, ну, вот это вот, то значит она плохая, ее есть нельзя. Я хорошо думал, сюда. Она должна раскрываться. Сейчас вы наели. It's okay, right? Да, окей. Вот. Так что готовьтесь к приготовлению. И не делайте, как мы, наобум. Живой? Жив. Всплыл. Всплыл? Ага. Нормально. О, май гад. Мутя. Дай масло, Ты только что спрыгнул, как твои ощущения? Рассказывай. Страшно? Конечно, страшно. Я не очень хороший пловец. Ну и так, высота приличная достаточно. Но выплыл. Ну, где просто было неловко. Смотреть, как прыгнули девушки в таянке. Не повторить этот рекорд. Называем его личный. Игорь — это один из наших подписчиков. Приехал на 2 недели, да, ты сюда приехал? На 2 недели приехал осмотреться, понять, нравятся Филиппины, в частности, Панглау, или не нравится. Расскажи, почему ты выбрал Филиппины? Из чего ты исходил? Ну что, тебя зацепило, и ты решил, я поеду на Филиппины, посмотрю, что там. Ну, репортажи различных блогеров, я искал место, куда поехать отдохнуть. Вот. Пересматривал Вьетнам, Таиланд. Ну и все отзывы просто восторженные были по поводу Филиппин. А почему Панглау? Панглау, ну вот, в частности, твои выпуски, еще многие ребята. И как-то вот сам по себе этот вопрос стал именно Панглау, не знаю почему. Я не знал, здесь очень много островов, поэтому... Ну, вот ты... Я английским языком не владею. Смотри, ну перестань, ну уже, подожди. Поэтому так думал, что в принципе, если что-то, какие-то будут вопросы, то можно будет обратиться к кому-то из вас и за какой-то помощью. Только, наверное, из-за этого. А ожидание того, что ты ожидал от Филиппин, от Панглау, и реальность? Нравится шапка. И реальность, они... Совпали или же подожди, что-то не совпали? Дай шапку ребенку. Не так. Ну посиди ты немножко, ну посиди. Ну посиди. Ожидания? Ожидания и реальность. Совпали или нет? Ну, конечно же, за 2 недели тут всего не охватит. Ожидание было поехать по многим островам, там искупаться. Подводный мир посмотреть. Ну, во-первых, для этого же компания нужна. Я приехал один, и цель я просто в дальнейшем, может быть, приеду на год, на два. Ну, то есть у тебя есть планы вернуться, да? Ну, осмотреться просто. В принципе, почему нет? Почему здесь не пожить год-два? Потому что действительно райское место здесь. Угу. Здесь люди бесконечно добрые, улыбчивые. Я смотрю, взаимоотношения даже между ними, между филиппинцами. Вот, заезжал вчера. Ну, рядом буквально отрасли чуть, и уже какой-то анклавчатый получается, небольшая деревушка. Они друг друга знают, прикалываются, смеются, они, ты, не видят проблем, нет, не обид ни на кого. Мне это очень понравилось, конечно. То есть тебе люди здесь понравились, да? Да, да, филиппинцы очень хорошие, дружелюбные, и вот как сейчас тоже готовили, не знали, как эти ракушки готовить. Ребята филиппинцы подошли. И просто без всего всякого начали показывать, рассказывать, просто да, начали переживать, да, что нужно отравиться. Я отравился, да. Да, то есть народ очень хороший. И тут настолько все атмосфера дружелюбная. Здесь, по-моему, даже комары добрые. Вот они летают, да. Они, если кусают, то очень нежные. Улыбаясь. Кусают, улыбаясь. Практически даже не кусают. Вот в номере раз появляется, там комаров 10-15 летает, засыпаешь.
И не чувствуешь ни волдырей, ничего, то есть, как будто тебя никто не трогал ночью. Как будто ночью просто поцеловал, да? Ну, комарик. Вот реально. Ни одной крысы я здесь не видел, змеи или еще что-то. Не знаю, наверное, как-то вот Бог вот эту гадость убрал с этих островов. Не, ну они есть, просто тебе не попадались. В общем, каждый видит то, что он хочет видеть. Уже не раз убеждаюсь в этом. Если кто-то хочет грязь видеть, видит грязь, да. Если кто-то хочет хорошее видеть, то видит хорошее. Плюсы и минусы. Ну вот плюсы понятно, да? Еще какие-то плюсы есть на Панглау? И минусы. Что тебе не понравилось или как-то дискомфорт тебе создало? Гастрономия, пища, конечно, у них ужасная. Филиппинцы, я даже не понимаю, почему при таком изобилии продуктов такой скудный рацион, такой, на мой взгляд, невкусный. Да, как-то что-то жарит, какой-то соус. Мясо вроде и свинина на костре, оно должно быть вкусным. Но они каким-то соусом обмазывают. И получается, вот, на мой взгляд, ужасно совершенно. Угу. Вот, и для меня было, ну, первые дни так сложно было приспособиться. Я куда заезжал, приходилось кушать эту пищу, пока вот не определился с какими-то пристрастиями, с какими-то кафе, где уже теперь, ну, знаешь, где питаться, да. Ну и продукты тоже заехал в супермаркет, взял продукты. Позавтракать сосиски, бутерброды можно всегда сделать. Как тебе климат? У нас климат один из прекрасный. Подписчиков постоянно спрашивает про климат. Как ты перенес акклиматизацию? Ну, никакой акклиматизации не было, вообще даже не заметил. Нормально, да, ты не заметил перемен? Не. Так, а скажи, не откуда временного? Ты? Из Новороссийска. Вот, из Новороссийска, то есть перемен климата нету, да, для тебя? Не было, не нашел. Ну, как... я, может, легко приспособлен. Какие советы ты мог бы дать тем, кто хочет поехать на Филиппины? Английский язык изучать английский язык. Все-таки без английского здесь делать нечего. Да почему нечего? Я ни одного слова не знал на английском языке. Если мне не приехал, общаюсь нормально через переводчик на телефоне. Да. Единственное, что интернет не везде хороший, переводчик подключивает. Вот возникает сложность. А так, в принципе, да, они... Филиппинцы очень контактные, они с удовольствием идут отвечают на вопросы. И пока не разъяснят, не пояснят, они, ну, как бы не перестают, не отходят от себя, пока полностью не дадут информацию, которую ты просишь. Вот. Ну, отдельные, конечно, филиппинки. Это... Филиппинки? Да, это очень красивые девчонки. Кто интересуется филиппинками? Мнение мужчины? Ну, не все, конечно же, но есть. Просто королева. Королева красоты. Flower, я вижу, да. Ладно, ну послезавтра ты улетаешь, да? Да, ну, надеемся, две недели, как один день, конечно, пролетели. Очень мало две недели, надо было как минимум на месяц приезжать. Согласна. Если вы хотите осмотреться, приезжайте лучше на месяц, чтобы и поездить везде. Ну и желательно хотя бы 2-3 человека, чтобы компания была, потому что одному, ну, как-то... Нет, я очень хорошо отдохнул, тем не менее. Мне все понравилось, дни пролетели, и знакомств, и с филиппинцами познакомились, как бы общаемся, вот, с помощью переводчика, опять же. Надеемся тебя снова увидеть на Панглау, ну, в следующий, да, раз. Да, однозначно, конечно, приеду. Как, может быть, летом, но на зимовку, наверное, на следующий раз, на месяц, на два, может, на лучше приеду. Хорошего полета. У нас наступает закат. Мы его дождались, наевшись морепродуктов. Наступает вечер потихоньку. Сейчас мы поедем по домам заниматься своими делами. Мы сделали то, что мы хотели. Показали вам это место, где можно хорошо провести время с друзьями, сделать барбекю, посидеть, пообщаться и попрыгать, поплавать, посмотреть подводный мир. Всем пока!